такой, помнишь, как мы драли за свою родину на теме за ЦСКА дрались. Да. Вот, короче, я прихожу такой в хату, а у меня синяк под глазом. Представляете? Офники еще такие могут быть. Всем привет, с вами Фобос-56, а Гейк Вован 42. Сегодня мы вам расскажем о том, кто такие офники. Офники — это современные гопники, современные гопники, да. Гопники — это современные гопники, да. Гопники раньше ходили в Эдидасе и семечки щелкали, а сейчас они модным кежуальным шмотчики. Видите, я недавно купил от Everlast и от Reebok. Это кежуальные и это кежуальные. Хочу вам сказать, ну, пояснять надо за шмот. Ладно, давай. Кто тебе разрешил носить такую одежду, а? Эта структура офника могут тебя побить. Ты за кого стоишь? Алло, ты о чем, а? Ты о чем? Должен носить нормальную одежду, чтобы за нее стоять? Чтобы за нее стоять? Да, ребята, самое главное, надо быть в своем ответе. Если вот толкнули, давай толкай меня. Вот, если вы толкнули, если вы не можете ответить, вот давай, что ты будешь со мной делать? Давай, делай со мной что-то. Вот ты меня толкнул. Толкай. И еще... И тебе что? Ну только не толкать, а бить как будешь. Ребята, самое главное, надо быть в своем ответе. Вы подерете раз, вы подерете два, к вам больше не пристанут. Ребята, вас могут... если пятеро человек, то вас могут убить. Вы не Супермен. Вы не Супермен. Тебя побить за такую одежду, ты понимаешь это? Стой! Аллах Акбар. Пойдем. За шмот, знаешь, как выяснять? Знаешь, как выяснять за шмот? О, у меня верхластый рыбок. Ты говоришь мне, ты меня хочешь повалить. Давай, повали меня. У тебя что, верхластый рыбок, а? Да. Алло, мой. На меня кавказец нарвался. Алло, мам, русский. Меня русский нарвался. А на меня кавказец нарвался. Помнишь, как мы драли за свою родину на теме за ЦСКА дрались? Вот, короче, я прихожу такой в хату, а у меня синяк под глазом. Представляете? Офники еще такие могут быть. И да, чтобы офников стать, надо вступить, ходить на тему. И вступить в любую контору. За кого-либо силы стоять. Они не будут. Пойдем. Видели? Да. Эх, я уже забыл, что я там говорил. А,
кстати, ребят. Мы хотим сейчас найти какую-нибудь девушку, познакомиться с ней. Никого нету. А если бы сейчас нашли и скажем, где эта девушка у своих нет, такой. Очень жалко, что молодой человек. Что, могу здесь? Ребята, там Adidas. Смотрите, машина Adidas. Как делать? Куда подближе? Видите, Adidas. У этой машины Adidas. Если вам понравится эта тачка, поставьте большой палец вверх. Смотри, какой мотоцикл едет. Все. О, видели, разбитая машина поехала. Вот такие они офники, как вы сейчас рассказали. У тебя что, Adidas? 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 Adidas, на. Все. А за Adidas это раньше такого не было Adidas, раньше другой, оригинальный, а сейчас паленый. У меня тоже паленая Reebok и кепка Everlast. Блин, с этой девушкой познакомился, у нее парень есть. Может, какую-то другую девушку сейчас найдем. Не получится. Это в ту сторону пошли. Вы не видите. Вот там они. Сейчас покажу вам. А, камера очень. Мне плохое зрение. Моей камере. Давай. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы пропускать новые видео. С вами был Фобус 56. А Гейкован 42. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. На его канал. Да. И всем пока. И удачи. Всем пока. Всем удачи.